Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox! И сегодня мы поиграем с вами в новый режим под названием «Симулятор ботов». Но на самом деле это симулятор питомцев роботов, и уже какой-то подарочек меня ждет. Я поднимаю и получаю 10 тысяч. Вот это круто! Слушайте, еще какой-то супербот, какой-то квестик мне предлагают. Ой, я принимаю, ребята. Итак, что у нас здесь есть? В общем, это симулятор питомцев только с роботами. У нас здесь какой-то Санта-бот есть. Наши есть роботы здесь в инвентаре. У меня уже есть три питомчика. Это Basic-бот и Циклоп-бот. Нажать статистику этих ботов, можно нажать на них и посмотреть. Вот его статистика, 5-й уровень. Я немножко уже прокачался. И, в общем, здесь зоны, мы собираем монетки. В принципе, очень сильно похоже на симулятор питомцев. Только ваши питомцы это роботы. Сейчас у меня их 3 штучки одето. Максимально можно одеть 5. Но чтобы разблокировать, нужно каждый слот еще 350 робоксов заплатить. Да, без доната, конечно, никуда. Итак, давайте пособираем немножко денежек. Так, помощник Санты придет через 28 минут. Получается, через 28 минут я получу еще 10 тысяч золота. Это очень и очень круто, ребята. Подарочки я люблю. Так, кристаллик я собрать пока не могу. Он застрял в текстурке. Здесь у нас деревья из цифровые. Кодов тоже пока нет. Ребят, игра находится в альфа-тесте, то есть здесь будет куча пока что багов, лагов, но ее разрабатывают, я думаю, она будет очень крутая и очень интересная. Я думаю, если вы любите роботов, если любите Робзи, я думаю, стоит в нее поиграть немножечко, посмотрите особенно. Итак, мы с вами фармим, наши роботы прокачиваются, смотрите, этот у меня уже первого уровня, а этот какого? 5-го таки остался. Окей, то есть получается, они набираются опыта, когда собирают монетки? Да, так и есть. 1 урона, 22 скорости, все, погнали посмотрим. Что здесь интересненького есть? Здесь за 1300 можно открыть локацию. В начале игры вам показывают, что как бы в конце локации, где-то там далеко, есть какой-то мега жуткий босяра. Итак, что у нас есть интересного? Так, вот здесь, что все-таки? Привет, здравствуйте, принимаю. И все, он просто нас как бы приветствует. И все. Так. В общем, непонятно. Короче, он нас просто приветствует. Игрушка еще не полностью доработана, ребят. Сразу говорю, здесь пока что мало всего. Еще будут бои роботов какие-то. То есть можно прокачивать своих роботов и сражаться потом. Это действительно круто. Слушайте, давайте мы немножко поможем разработчику. Такая игрушка про робота. Смотрите, купим Санта-бота. X100 мультиплеер. Вот это круто. За 500 робоксов, ребята. Я покупаю бота, вы ставите лайки. Готово. Робот куплен. И где он у меня появился? И где он у меня появился? О, вот он, Санта-бот. Я снимаю вот этого, по идее. А как его снять могу-то? Я хочу его снять. Эй! О! Я одел его. Санта-ботик. Вот он, красавчик мой. Какие у него статы? 22. Коин мульти 101. Офигеть! Слушайте, он зарабатывает, походу, очень много. Давайте проверим, сколько он зарабатывает. Так, у меня 20 098. Вот эти ребятки. Давайте одинаковые монеты будем находить. Что-то у нас здесь все монеты закончились, ребят. Где мои монеты? Эй, ребята, где мои монетки? Ладно, покупаем новую территорию за 1300. Следующая территория у нас стоит 5000. И мы тоже можем сами ее прикупить, потому что у меня 20 тысяч денежек. Так, монетка. Так, сколько получают мои боты? А на них пишется? Не пишется. 20 тысяч так и осталось. Где монеты в этой локации? Все пусто, ребята. Кто-то все выгреб. Слушайте, все монеты выгребли. Ладно, откроем мы тогда еще одну локацию. Почему бы и нет? У меня больше всего денег на сервере, поэтому я могу себе позволить эту локацию за 5000, а вот за 50 тысяч я уже не могу себе позволить. Чувак, а ты можешь попасть в эту локацию? У него есть деньги на нее? Ох, какой ты молодец, слушай. Так, здесь у нас тоже коины. На букву Е у нас мы можем посмотреть, кто у нас одет. Я понял. Так, коины, погнали, по десяточке. Ты 10, ты 10, и сколько он получает? 15, 200, 30. Я не успеваю посмотреть, сколько кто получает. Ладно, давайте посмотрим вот сюда. Так, сюда нажмем и сюда нажмем. Так, эти получают у меня 247. Это сколько получают? 261. А этот? Вот это, слушайте. Я хочу его, одевать. Так, на кнопочку Е. Так, а нет, статы вот так надо нажимать, проверять. Так, нажимаем. Здесь у нас получается коин мульти 3. Здесь коин мульти 101. А здесь коин мульти всего лишь 2. А могу я их вообще снять? Просто нажать вот так, эквип, или не могу? А, эквип нажимаю, они, получается, снимаются. Я хочу оставить только Санту, слушайте, потому что монеток не так не хватает, не так уж и много здесь их, но я хочу оставить Санту. А где большие монеты? Где крупные? О, здесь какой-то проходик, здесь дома. А, вот бабосики, смотрите, бабосики, вперед, Санта,
Я вижу бабки, бабки. У него один всего лишь бот какой-то. 1000! Вот это то, что мне нужно, ребят. Вот это нужно искать. То есть, такие, скажем так, сундучки. По 110 сразу получает. Ну-ка, 16 тысяч, 109. Сюда пока что еще ничего не дается. Так, посмотрим, сколько он заработает в итоге после открытия вот этой купюры огромной. Так, 16 тысяч у меня и... За 500 робоксов, ребята. За 500 робоксов, напоминаю. 21 тысяча. Неплохо ли? Мне кажется, вообще шикарно. Просто шикардос, ребята. Но, слушайте, мне нужно побольше таких вот купюр, потому что, слушайте, мне кажется, это маловато. Нужно дорабатывать игру. Нужно больше купюр, нужно больше всяких штуковин. Так, Санта-бот, давай, а сколько ты с маленькой купюрки? Я хочу туда попасть в следующую зону. Так, а, видите, появляются у нас монетки. Но мне нужны купюры. Получается, мне, чтобы попасть в эту зону, как минимум еще 5 купюр открыть. Окей, получается, если вот эту зону открыть, там, получается, у нас что? Ракеты всякие, монетки. Может быть, как-то можно будет пройти туда аккуратненько, вот так вот протиснуться. Нет, нельзя протиснуться. Вон, видите, фиолетовый он вдалеке. Вот это вот босяра. Вот это там босяра в зоне с 250 тысяч. Вот это прикольно. Так, телепорт. Какой телепорт здесь есть? 75 робоксов. Ладно, возьмем телепорт. Я хочу себе телепортик в ноч... Я купил только что телепорт. Эй, игра. Я купил только что телепорт. Вы что, с ума сошли? Они еще хотят мне еще бесплатно денег с меня заработать. Я только что купил телепорт. Я потратил 75 робоксов. Давайте еще один куплю. Че, борзели что ли? Так, я потратил... Серьезно? Хотите вы в бане, слушайте. Ну что это такое, ребят, не покупайте телепорты в этой игре, они кривые. Я купил два телепорта. А, все, сразу, наконец-таки. А, что случилось? Что-то засверкало, засияло. Бам, поднял уровень. Хоу-хоу-хоу, Мэри Крисмас 2К18. Спасибо, Санта-ботик, за поздравляшки. Но мне нужны купюры крупнее, мне нужны купюры в этой игре. Так, о, вот она, на косарь. Пришел, косарь отжал. Так, а там какой-то еще... Что это за робот стоит? Слушайте, в прошлой локации. Так, давай, Санта, дофармливай эту купюру. И мы пойдем с тобой сейчас кое-что сделаем.